Всем привет! Добро пожаловать на канал. Если вы еще не подписались, самое время сделать это. А я хочу провести рубрику «Ничего купил, а сколько извела». Ну и похвалиться. Да, похвалиться. Конечно же, похвалиться. Ой, надо выпить кофеек. Так. Я приехала из больницы. Пошла в магазин за солью, лимонами и сахаром. 2000 потратила. Ё-моё. Конечно же, у меня обошлась без курочки. Угу. Вот она на 1,5 килограмма. Сейчас буду ее разделывать и варить. Ну, 140 килограмм. Рублей стоит. Вот. И здесь 1,5 получается. Ну, 350, что ли, она там где-то. Эта курица. Угу. Сейчас разделаю. Захожу домой, тут уже какая-то серая кошка. Доедает фросиную еду там. Скрипит. Да, еще. Ну, сейчас вот курицу разделаю. Вот эту всю кожу сниму. Это какой-то кошачье нашествие. Мужу купила семечки, он любит, но и я иногда, знаете, особенно вот бывает еще как семечки. Ну, а где-то по 89 рублей. Ну, просто с этой, зла акция. Как акция, что ли, там? Небольшой пакет. Здесь вот коровка на 171 рубль, она по 350 у нас. Вот, по 350. Так, сложу потом, если что, на распаковочке. Сделаю себе тефтельки. Постненькие, муж у меня не ест. Это 179 рублей стоит под ложечком. Ну, промышленное мясо. Фермерское. Думаю, сейчас вот переедем. Нужно будет четвертушку тушки. Свинины и 10 кг говядины. У него вот кто продает. Купила соль, но соль я не помню, сколько стоит, это вообще не важно. Ну, рублей 15-20. Сейчас. Что-то так дорого все. Вот. Феликс там по скидке. Курица. Курица. Одну штучку уже вот эта кошка серая съела. По 19. Ну, в районе 20 рублей. Вот купила Фроси эта рыженькая. Ну, не получается у меня ее. Никак она прям убегает вообще. Никак. Совсем дикушная боится. Не получится. Не получится. Купила 2 пакета молока. Сейчас дома приберусь. Буду печь блинчики. Вольское. Бумага нити. Нашла вольское молоко. Супер. Сейчас на литр разведу молока. Ну, по 59. Ну, хорошее молоко. На самом деле, неплохое. Не знаю почему, но вот ставридка. Зачем я ее купила? Ну, 109 рублей. Зачем-то купила. Сметана. Представляете, я все помню на память. Сметана стоит 77 рублей. 77 рублей. Это местная наша советская. Молочный комбинат Энгельский. Ну, то есть я сейчас живу в Энгельсе. Саратов, Энгельс для меня это все едино. То есть вот. Сметанка такая. 20% жирности. Она неплохая, вкусная. Да, блин, какой дорогой майонез. Масло покупаем, это покупаем, но лебединю сделать. Хотя все уже получается. Первый раз у меня тогда не получилось. Майонез сейчас не скажу даже. Я там что-то брала, и он такой оказался какой-то дорогой. Такой, молоко. Сейчас расскажу. Ну давай, майонез, ты где? Ну, 100 с чем-то, наверное, я не знаю. Майонез провансаль. Да, 113,99. Какой-то он вот прям дорогой стал майонез. Не знаю почему. Вообще все стало дорогое. Не прошла мимо арахиса. У меня болезнь арахисная. Вот мне сейчас его есть нельзя. Я все равно взяла. Ну что, вот лежит, да? Какой он год? Он свежий. Не старый. Да, у меня найдутся.
тяжело для поджелудочной. Но я все равно взяла. Я люблю арахис. Не то, что я люблю, у меня в последнее время, наверное, фолиевой кислоты, что не хватает. Сахар-песок. Наверное, у меня сахар-то везде. Одна и та же цена. Ну, вот этот вот по 63 рубля. Взяла. Сейчас буду сок просто варить. Вот, и это... Оставшиеся яблоки не сладкие. Добавлю в карту. Угу. Лимоны. Лимоны 3 штучки. Они у нас по 70... Нет, 89 рублей 79 копеек. Ну, 90 рублей почти вот килограмм. Да, недорого, кстати, что лимоны вообще. Или мне просто кажется, что они недорогие. А до этого они были дорогие. Не знаю. Не помню. 3 лимончика взяла. Ну... У нас они в пищу особо не идут. Так, как, ну, имеется в виду, в чай не идут. Что-то я болтаю не то. Пятки мазать. Лапы. Как мама мне сказала. А муж у меня чистит. Ну, и я тут лапки. Ну, или полить что-то там, рыбку или что-то. Лимончик очень полезный. Когда... Ну, кстати, и вот самый главный гвоздь программы. Ради чего все это началось? Венчик. 90 рублей. Венчик. Ну, это он здесь будет, житель. То есть, это тут блинчики, все. Ложкой, вилкой, венчик теперь у меня. Совсем сейчас кофе осталось. Вот венчик. Модно, я теперь здесь. Венчик есть. И... Форма, в которой я могу спокойно запекать. Даже омлет. Даже омлет, представляете? Такое чудо вообще. Вот сейчас вот, когда буду на режиме своем пробовать, буду вот все вот так запекать. И чтобы у меня был не дурацкий стол во время фотографии, чтобы мне не приходилось во время готовки искать интернетные фотки. Я, кстати, всегда забиваю. Даже когда я... Готовлю, чтобы я забыла сфотографировать. У меня уже финальное фото, если хорошо, если оно есть. Если нет, то все пропало. Та-дам! У меня силиконовый. Я вонючая. Надо будет, наверное, намывать. Для раскатывания теста. Я просто звезда. Купила себе силиконовый мат. Я буду теперь на нем месить тесто. И вот мне муж звонит. Я вам говорю всем пока-пока. Хороших выходных. Тут была рубрика «Сколько извела». И что купила? Я вас всех обнимаю, целую, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч на этом же канале.